Потому что мне с вами контактировать. Обмундирование полицейских пополнилось. Теперь в наборе медицинская маска и перчатки. Обычно так работают эксперты-криминалисты, но теперь защитные средства – главные помощники участкового уполномоченного полиции. Сотрудники МВД вместе с Роспотребнадзором на постоянной основе проводят проверки по соблюдению карантина местными жителями, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с пандемией коронавируса. Разъясняю вам ответственность административную за несоблюдение данного режима, предусмотренную статьей 19.4 Кодекса административных правонарушений. Понятно вам все, да? Да, я соблюдаю, я сама же и позвонила. Все, спасибо. Спасибо. До свидания. На сегодняшний день в регионе проверены все лица, подпадающие под эту категорию. С каждым из них проведена профилактическая и разъяснительная работа. Фактов нарушения условий самоизоляции не выявлено. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».